So let's try to remember what we had learned. Давайте с вами вспомним, что мы должны были сегодня приготовить к нашей теме. Учимся не для школы, но для жизни. Таково педагогическое кредо победитель зонального этапа конкурса «Учитель года Самарской области 2019», учитель английского языка Суходольской школы номер 1 Сергея Кирдина. Конкурс проходил в конце февраля в Похвистнево. В нем приняли участие лучшие педагоги из образовательных организаций Северной зоны. Я посчитал, что пока я молод, пока я имею достаточно сил для того, чтобы показать свой уже довольно большой опыт, который я смог накопить. По словам педагога, участвовать в столь значимом конкурсе было непросто, но достаточно интересно. Учителя должны были представить вниманию экспертов наиболее удачные, яркие учебные занятия, поделиться опытом на методических семинарах. При этом конкуренция была серьезной. За звание «Учитель года 2019» боролись лучшие специалисты Северной зоны. Особенно приятно видеть молодых, амбициозных учителей. Так что школа молодеет, и впечатление от конкурса у меня осталось именно такое, что молодеет сам конкурс, так же, как и педагогический состав российских школ. Стартом, открывающим новые возможности для творческого роста, назвала состязание для педагогов и Екатерина Тихонова, учитель русского языка и литературы Сургутской школы, финалистка окружного этапа областного конкурса «Молодой учитель», прошедшего 27 февраля на базе Сергиевского ресурсного центра. В первом заочном этапе участвовало 14 человек, прошло в очный этап всего 6. Все очень достойные, интересные. Я много что после очного этапа для себя получила, много знаний. На первом этапе мы предоставляли конспект урока и видеозапись этого же урока. Жюри потом отбирало нас, и на очном этапе мы уже показывали визитную карточку и мастер-класс. Конкурсанты презентовали визитные карточки, проводили мастер-классы, в ходе которых предлагали зрителям включиться в творческую деятельность. Рассказывая о конкурсе, Екатерина отметила, что участие в нем оставило в памяти яркие воспоминания, придало новый импульс в работе, но она не намерена останавливаться на достигнутом. Дальше подала я документы в областной конкурс. Там также сначала заочный этап, затем очный. Ну а нам остается только пожелать педагогам профессионализма, трудолюбия и удачи. Надеемся, что они сумеют продемонстрировать свое мастерство и достойно представить наш район на конкурсах самого высокого уровня.